маску одевать. Вы меня не снимаете, вы не имеете права. 175 статья, вы знаете? Сейчас я выйду, возьму для вас телефон. Кто ты такой? А какая разница, кто я? Кто ты такой? Рот закрой. Маску один. Маску один. Я знаю. Насчет маски, я тебе не могу про просрочку указать. Ты чё? Я вам говорю, с вами разговариваю. Я тебе говорю. Средства. Я тебе говорю. Да, а кто такой, чтобы мне указывать, что мне делать? А вы кто такой, чтобы мне указывать? Я покупатель. Вы от меня сейчас не руководство дало указание убрать реализацию. Я говорю, не снимайте меня реализации. Я вас последний раз предупреждаю. Не снимайте меня. А что будет, если я не уберу? Не имеете права, вы мне снимаете. Что будет, если я не прекращу фотофиксацию производить? Мы с вами пообщаемся в отделении, например. А где? В отделении? Вы глухой или что? Вы не слышите, что я говорю? Это что-то слишком разговорчивое. У вас со слухом проблемы или нет? Проблемы у тебя. Почему вы так трясете? Вы что, выпьешь и пришли сюда? А, да? Я по вам вижу все нормально. Свои зрачки лучше сожми немножко, а то лопнут сейчас. Другой на свет? Ну, давай, давай. Дорогой человек, да. Кто я тебе такой, чтобы тебе говорил дорогой? Видите, я влезь, ну, как бы уважительно разговариваю. Да, уже мне наклонил 10 раз. Тыкая, день маску, очень хороший. Ты начал хамство с того момента, как ты начал запрещать мне производить видеосъемку. А потом начал заставлять меня одевать какой-то намордник. Вот будешь дома, мы тебе придем домой, там мы не имеем без своего. Вы ко мне не можете приходить, это мы к тебе не приходим. Давай без дискуссии, пожалуйста. Давай все уберем и все. И будем спокойно работать. Мы еще целый день. Поговорите он со мной. Я его разговаривать даже не буду. Чести много. Куча полномочий. А мясо убрать не может. Рубчик. Ну а зачем мясо убирать? Она же просроченная. Убирай, убирай. Ну, кто убрал? А эти-то посмотреть-то можно или нет? Нельзя же что-то? Убежал. Можно ломал. Нету даты изготовления. Годен до. Упакован. Там даже условия хранения. Да? Нет никаких условий хранения, вообще не указано. Вот тут еще сосиски лежат, скрытые неизвестно когда. Срок реализации 12 часов, соответственно, срок годности. Не можете решать срок реализации, поэтому для магазина срок годности 12 часов. Там сосисочки лежат, упакованные, сейчас мы спросим, чтобы нам показали, похоже, нет маркировки никакой. Колбаска лежит вся уже зажухлая, это минимум неделя этой колбаски. Скрытая упаковка. Ну, как я и говорил, нет никакой маркировки, когда ее вскрыли, а срок годности 12 часов. И здесь сосиски неизвестно когда. Дайте мне, пожалуйста, сосиски. Это мусор. Товар. Колбаска сдохла, а вы продолжаете торговать. Давайте все уже. Колбаска-то 12 дней, да, уже как сдохла? Да, 12 дней назад. 72 часа годно без упаковки. То есть стрели 72 часа максимум, это срок годно. Для нас, потребителей, а для магазина 12 часов. Соответственно, 3 дня 7. Суток рассрочен. Колбаску есть? Они же там сейчас новый срок поставят свой, сегодняшний. Ну, мы это зафиксируем только... сейчас. Ну, конечно. Только что сейчас они вышли. Да? Вот, говорит, да, только сейчас открыли. Нет, ну, изготовлено 10-го. Видите, как здорово, дают потребителю неупакованную пленку товара. Вы вообще нормально? Вы же не покупаете его? А как же не покупаю? Я же сказал, что я хочу купить. Просроченный товар хочешь? А, ну вы признаете, что он просроченный. Конечно, я хочу купить просроченный товар. Но это здорово, это вообще верх совершенства. Взять и дать
подать-то колбасу в тарелку. То есть вот знают, что просрочено, но этикетку, маркировку делают, что якобы все хорошо. Пленочку упаковали, потому что сказали, а так, ну это вообще здорово. Она... Срез тебе не сделали так? Срез не сделали никакой. Смотри, в каком колбаса состоянии. Она здесь уже кофе покрылась внутри. Кальмария неизвестно, когда он выловлен, то есть по таможенному, техническому регламенту таможенного союза нет никакой информации той, которая должна быть. Когда выловлено, срок годности, условия хранения, написано упаковано и все, никакой более информации нет. Это подлежит утилизации по 29-му федеральному закону. Одних и тех же перчаток. Она там что-то делает с перчатками, соответственно, грубые грязные предметы, и выкладывает в этими грязными перчатками, выкладывает продукцию. Перед маской находитесь. Стоите. Дядя, до свидания. Слышь, тетя, это ты сейчас пойдешь, до свидания. Парашник, защитник просрочки. Да? Слышь? А так обычно подписчики называют. Денис, не отвлекайся. Давай сейчас мы решим вопрос сначала с просрочкой. Берите, как раз там она грязными сейчас перчатками выкладывала. Это не ваше дело, что я буду делать. Купайте, кушайте. Так а что вы влезаете в разговор? Ну что вы оба стоите без маски. А вы в маске? Я в маске. Да. Тогда на нос себе маску на цепи. На голову натяните. Орел. На штаны. Молодой человек, вам никто не хамил. Вам никто не хамил, а вы стоите. Маску себе на нос нацепи. Ну, ты мне не тыкай. Я тебя буду тыкать. Говорю, маску на нос нацепи. А ты сам надень. Ты что? Дай, пожалуйста. О, уважение, дай. Постороннему человеку дай. Вы ж не вам учить. Зачем уважение? Вы вмешиваетесь в разговор? Объясните. Рот закройте. О, молодец. Ну молодец, молодец. Прицепили, ты сам молодец. Да я тебя буду тыкать. Наташа, почему? Ты меня для меня никто. И звать тебя никак. Это ты никто, и звать тебя никак. Иди работай. Я работаю, никто отвечать тебя. Работник. Ладно, давайте сейчас. Наташа, нам ничего нет. Там мы что? Ну я с ней сейчас поговорю, проведу беседу. Не, она уже не будет так. Я надеюсь. А, вы надеетесь? Ну, да, я не могу за нее поручиться на все посылки, потому что это не я. Наташа, надень нечистые перчаточки. И... Надевайте чистые перчатки перед выкладкой продукции. Наташа. Они грязные. Которыми двери грязные открываете. Ну и вот здесь просрочка вот только что. Почему она у вас? Ну, потому что человек вышел в больничную, а только проверяет чистые рамки. Снимает всю просрочку. Снимает? А как она определяет, насколько свежие вот эти будут? Булочки она должна была снять. Наташа, это свежие булки или вчерашние? Свежие? А как убрать? Сейчас я положу, сейчас. Не могу разорваться. Понимаете? Надо делать это сразу. Сразу легко. Сразу, правда? Наташа. Вам очень легко рассуждать. Я еще... Так, давай мы не будем смотреть. Не надо грубить. Я не грублю, я просто говорю. Видите, что я не стою, мне не нужно ничего. Смотрите, конфетки лежат. Неизвестно, когда они произведены, какой у них срок годности, здесь то же самое, нет никакой информации. Конфетки деревянные. Что это? Здесь конфеты. Неизвестно, когда они изготовлены. Здесь то же самое. А там, смотри, этикеточка сбоку, ну, вот, я вижу. В одной есть. Красный октябрь подходит. Срок годности укладывается. А давай покажем, как она выглядит, эта штучка. Ну, она вырезана из коробки. А не шевели? Конечно. Руки дорогие. А где вы это взяли? То количество часов. Там девушка проверяла. Не знаю, как она проверяла. Вот до 10 числа две просрочки. Колбаска, соответственно, тоже просрочена. Но мы сейчас весили, нам дали, как будто она только-только нарезала. Это заморозка. Но заморозки 2 года срок годности. Какого момента? Это самое. Тебе надо эту кушечку.
это мне надо. И заморозки можно? Это надо, чтобы человек взял. Я поняла. Любой, не я, любой. И увидел, когда это выловлено, какие условия хранения, какой срок годности. Я тебя поняла. Это вообще даже все. Я тебя поняла по заморозке. Изготовлено 4.06, упаковано 7.08, годен до 1.12. Вы хотите сказать, что она годна сейчас, 1.12? Это серьезно? Хорошо, со сложной расстройкой. Это голова. Я поняла. А почему здесь обман потребителя? Ну, это все надо утилизировать сейчас при нас. Большой, мне надо сначала большой. Списать. Списывайте при нас. Ну, идите, списывайте при вас. Списывайте при нас, берите пакет. Да и тогда представление дайте, чтобы мы вам спишем и покажем вам списание. При нас вы. Я еще раз сказала. Большой спишем, мешок. Вот. Списывайте мешок, списывайте мешок. И сверху чем-нибудь залить, чтобы вы не поставили заново на реализацию. Сейчас будет заставлен автор товаровед, и вот спишем. Можете постоять, подождите. Да, мы постоим, подождем. При нас все списали. А то они заново все это вырвало. Естественно. Храни при температуре +2, +8. Смотрим на температуру. Почти 11 градусов. Большие условия, помню. Упаковано 22 числа. 10.30. 11, 12, 13, 30 она сдохла. 3 часа срок годности. Сампини, 3 часа. Здесь можете написать, что хотите. Снимайте с реализации просроченную курицу. Вы что, опять на вас полицию вызываете? Вы что, обалдели совсем, что ли? Снимайте говно с продажи. Попросите у них блямбочку, когда она приготовлена. Или вам все равно? Здесь у них все хорошо. Что? У них все хорошо. А, у них все хорошо, то есть вот это тупое, что они сняли с реализации, это нормально. То есть вам нравится питаться просроченным? Нет, ну при мне ничего такого не было. А как вы можете знать, что при вас ничего не было? Вы даже не хотите посмотреть, когда мы изготовлены? Потому что я знаю, что здесь все хорошо. Да, замечательно. Посмотрите наши ролики и увидите, как здесь все замечательно. Просроченный сыр лежит на реализации, колбаса просроченная реализация. Разрезы. Кушайте. 10.20, горячий стол, 3 часа срок годности. Они пишут, да, у вас тоже 3 часа написано. Умеете читать, нет? Да, ну читай. Так, зачем? Срок годности пишут 36 часов, 3 раза больше. При температуре +2, +6. А при высшей температуре, ну тут написано 3 часа при +65. Даже при +45 тоже 3 часа. Почему не соблюдаете срок? Вот стали писать, раньше не писали. 3 часа. Это же не холодильник, это холодильник. Что это такое? Это холодильник, это горячий стол. Вот горячий стол, какая там температура? Здесь температура сейчас 43 градуса. Ого, 43 градуса. Ну да, чтобы тепло. При горячем столе 3 часа срок годности. Значит, убирайте шашлык. Конечно. Просрочился шашлык. То есть 4 часа просрока, почти 4 часа. 3 часа 50 минут просрочка. Угу. Так, 22 упаковано. Так, а что у них срок годности? 4 часа. 10.55. 11. 12. 12. 15 часов просрочился. 4 часа. У вас где маска? Маска где у вас? Маску оденьте. У вас маска где? Вы маску-то оденьте, у вас же маска не одета. Вы маску оденьте? Да, что еще потом сделать? Потом будем разговаривать. Что еще сделать? 100% потребителей готовы просрочку есть. 100%. Никому не интересно. Вот мужчина берет, хрен знает. Когда она? Да, она сдохла уже, наверное, много. Наверняка. У них еще ни разу не было свежего. Ну, нравится, нравится. Что делать? Привык. 17.24.08. На 720. Два дня просрочки. Изготовлено 10-е, смотрите, 05-е, годен до 7.09. Упакован 23-го. Но по их этикетке он годен до 24.08. Как он стал у них годен до 7.09, это большой вопрос. У него всех, у них срок годности у всех. Здесь вообще обман потребителей. Это, блин, ну как бы с вами бороться, я просто не знаю. Как с вами бороться? Чего? Здравствуйте, маска. До свидания.
Ты тоже хочешь, что ли, уехать в отдел, я не пойму. Ну, с какой целью? Ты в отдел хочешь уехать, я не понял. Я отвернул, мне эту дверь. Что не угрожает? Руки убирает. Кто? Ходит, умный. Вот я взял кусок, он вскрытый. И мне стало интересно, а где же у них сама этикетка сыра? Я нашел эту этикетку, а здесь нету даты изготовления и нет годных следов. Она просто стерта. Срок уже подошел, и они стерли на этой бумажке. И взяли свои этикеточки, заклеили. Вокруг нас обмывают полы. Тут одна была, сейчас другая. Охранники тут прибежали, масочки. Полотеры. Почему вы не маркируете? У нас спрашиваю. Времени не хватает. Не хватает времени. Вот она выложена. Когда она изготовлена? Сейчас. Горячий. Не видите? Вот я не вижу. Это. Докажите мне, что она сейчас сделана. Я вас спросил, почему нет маркировки? Мы вам объясняем, потому что у нас времени не хватает. Я просто вопрос задал нормальный, адекватный, спокойный вопрос. Мы из-за этого, чтобы мы упакуем, что он заветривается, он сыром. Поэтому вообще-то это закрытая витрина. Мы не обязаны его это к пленкой обернуть, завернуть. Вы обязаны упаковать каждую булочку и поставить маркировочку нам на каждую как не объяснили, булочку. Это закрытая а вот витрина. Это, вот видите, где вот она, это? Она закрытая витрина? Да? Нам закрытая? Как объясняли. Она не трогайте, витрина. Почему руками не трогайте? Она закрытая руками. Витрина. Оставьте его. Не соображайте, вот что да. ли, люди как будете брать вот после вас? Да. Соображайте что-нибудь? Я соображаю. Почему руками трогаете? У вас перчатки чистые? Почему руками трогаете? Перчатки ну, потому чистые. Потому что я пробую. Чистые у меня перчатки. Мягкие, они не мягкие. Я не верю, что они у вас чистые. Это от нас не зависит. Вы знаете, не что зависит, вы там мягкие, нарушаете санкции. Они свежие. Идите своими делами занимайтесь. Вот здесь же есть маркировка. Почему не подцепить другой ничего на все остальные? Есть разные товары, которые маркируются, которые не маркируются. Это хлеб на трое суток, потому что 72 часа, поэтому лепим. Ну, а тут какой срок? Пицца, какой срок? А? 24 часа. У пиццы в холодильнике срок годности от 12 до 24 часов. А так, при такой теплой температуре это у него срок от 2 до 3 часов. Это не нам. Ну а зачем вы обманываете? У нас есть технолог, не обманывает. Конечно обманывает. У него срок годности максимум 3. Вот это 3, это 3 часа. Какие 24? Вы о чем? Это пицца, это лепешка, это совсем другие вещи. Только пикали, еще 3 часа не прошло. Так а как я об этом узнать, что не пришло? Вот информация, почему не знаете, пекли или пли мы информацию. Ага, 24-го, 07-43. У вас хобби, каждый день у нас голову морочите, а пока тут вы прибыль имеете, пока да? Пока не научитесь. Совесть имеете, совесть. Это вы имеете, травите. Женщина, когда перчатки одевали, я сейчас еще раз спрашиваю. Вы здесь будете работать с нами, потом будете знать. Ага. То есть вот вы сейчас что там берете? Грязный поднос, куда-то ушли в перчатках, потрогали булочки. Сейчас будут опять выкладывать. Пицца. Если вы так это чистоплот не элитный, вы заходите в ресторан, не сюда. А-а-а. То есть здесь для свиней все, да? Ну да. А, ну да. Интересная философия. Вот здесь все для свиней. Вы скажете. Каждые 5 минут поменяю, вы верите, да, мне? Ну так скажите, что каждые 5 минут я тогда встану и буду наблюдать за вами. Как вы каждые 5 минут вот, меняете? Вот, заходите, вы наблюдаете. Ну да, но если вы меня обманываете. Это не вопрос. Так все-таки когда последний раз меняли? Можете обмануть. Просто скажите. Я не скажу, я не обязана вас. Ну понятно, потому что вы сейчас ходите в перчатках целый день и трогаете хлеб. Ой. И выпечку. Вы можете так это, что я могу целый день ходить? Конечно могу, я поэтому вижу видеосъемку. Никогда. У нас одна упаковка перчатка в один день не ходит. Я поэтому веду видеосъемку. Вы уже здесь находитесь минимум 5 минут. Ладно, женщина, вас понял. Я не ставлю цель с вами спорить. Ну вот, вы приготовили, да? И вы должны вот такую штучку на сюда налепить. Нет, вот я все знаю. Должны. Вы должны налепить на каждую булку. Времени хватит. У них хозяин приходит, скажет, 400 штук делайте. Они это и не успевают. Ну, это нарушение закона. Ну, что, значит... Ну, идите вы с ним спорите. Зачем мне с ним спорить? Мы вызовем полицию. Они все это опишут. И Роспотребнадзор оштрафует. Это не в наших силах. Роспотребнадзор оштрафует. Это бесполезно. Все. Добрый день. Какой целью вы снимаете? Согласно Конституции, 29-й статьи. Так, руки убери. Руки убери. Руки убери. Почему вы находитесь в маске? Руки убери. В маске. А вы кто? Представьтесь, вы кто?
сотрудники группы. Так, подожди, это руки убери. Пожалуйста, наденьте маску. Вы кто? Я сейчас еще раз спрашиваю. Я еще раз говорю, наденьте маску. Вы кто? В зале. Вы кто? Общепита. Вы кто? Да что ты, что ты лезешь? Я с вами даже выясните, кто это такой? Так не разговаривай, что ко мне подошел. Я что-то нарушаю. Обращайтесь. Маску наденьте, пожалуйста. Что происходит, товарищи? Маску наденьте, пожалуйста. Я тебя еще раз спрашиваю, ты кто? Ты кто? Маску наденьте, я сам. Отойди от меня на социальную дистанцию и представься. Наденьте маску. Я еще раз говорю. Ты кто, представься? Выведены будете из зала. Оденьте маску. Тобою? Выводи. Пойдемте, все. Пойдем. То есть превышаешь? Пойдем. Давай. Сейчас сделаем заявление, без проблем. То есть ты превышаешь полномочия? Давай, давай начнем с того. Ты чоповец, да? Пожалуйста, представься. Выйдите без маски. 12.1 закона об частной и детективной деятельности. Представься, удостоверение еще в развернутом виде частного охранника. Маску, я с вами буду говорить, когда ты свои полномочия маску. Знаешь какие? Пожалуйста, выйдите из зала, будьте добры. Ты полномочия? Сотрудника добры. Полиции вызови. Хороший, сотрудника вызови. Полиции вызови. Пожалуйста, ко мне силу не применяй. Силу ко мне не применяй. Пожалуйста. Силу ко мне не применяй. Выйдите из зала. Я вам отказываю. Будьте силу добры. Ко мне не применять. Вызывай еще полицию. Выйдите, полицию вызывай. Пожалуйста, из зала. Полицию вы находитесь вызывай. Без маски. Полицию вызывай. Еще раз говорю, выйдите из полицию зала. Вызывай. Пожалуйста, выйдите из зала. Полицию вызывай. Пожалуйста, выйдите из зала. Полицию будьте добры, вызывай. Выйдите из ты зала. Ты что меня толкаешь? Пожалуйста, выйдите. Ты что меня толкаешь? Мужчина, выйдите из зала. Ты что мне толкаешь? Выйдите руки убери. Из зала, пожалуйста. Руки убери. Убери я уберу, руки. Все говорю. Оденьте маску. Не надо мне толкать. Не надо мне толкать. Выйдите из зала, я еще я раз не говорю. Буду выходить. Я пришел в магазин. Выйдите, я вижу, руки убирать меня. Убейте, хамите, нарушайте общественный порядок. Я оператор. Выйдите я произвожу видеофиксацию. Я сказал, выйдите, пожалуйста. Мало что ты сказал, говорю, полицию вызывай. Вы уже мне тыкаете, пожалуйста. Да я буду тебя тыкать, потому что я не знаю, зала, кто выйдите, ты. Кто ты такой? Представься, пожалуйста, выйдите из зала. Спокойно, истерики поменьше. Что выйдите там эмблема? Я вижу еще эмблему. Кто все, фамилия? Все, выходите из зала. Фамилия, удостоверение. Пожалуйста, выходите из зала. Все. Будет это подано заявление за превышение должностных полномочий хорошо, частного охранника. Хорошо, выходите есть. Из зала. Хватит меня толкать. Я говорю, выходите хватит из зала. Хватит меня пожалуйста. Толкать. Выходите, пожалуйста, хватит из меня зала. Толкать. Выходите из зала. Хватит все. Ты что мне толкаешь? Что это такое, а? Я просто стою, что ты меня толкаешь? Все, из зала выходим. На каком основании? На основании того, что вы находитесь без маски. И что дальше? Прошу вас, выйти это из дает, зала. Это все. Дает вам право меня выталкивать? Я говорю, полицию вызывай. Выходите. Я буду разговаривать только с сотрудниками хорошо. Полиции. Ты не уполномочен, вообще никто. Да. Ты даже не представился. Сергей, мужчина ведет себя агрессивно в зале. Это вы агрессивны, да я стою, произвожу съемку правонарушений, нарушение прав потребителей. Дать им утро? Ага, вон Эльмир появился. Пожалуйста. Мы пришли в магазин Лобова 40 с целью выявления просрочки фиксации правонарушений на видеозапись. Подошли к нам охранники и начали нас выталкивать. Все, в принципе. Не представляются удостоверения, согласно статье 12.1 закона об охране частной детективной деятельности, не показывают. Применяют ко мне физическую силу. Все зафиксировано. Соответственно, будет мной подано заявление о превышении должностных полномочий. На данный момент я неоднократно повторял, чтобы сотрудники охраны вызвали полицию, потому что они не уполномочены данный вопрос решать. Не знаю, как его фамилия, имя, отчество, но я думаю, это сотрудники полиции выяснят. В любом случае, он ко мне применил физическую силу. Это зафиксировано. Они могут присутствовать, чтобы как бы все было в порядке разумного, ради бога, как бы я не против. Но единственное, не надо пихать руки мне в камеру, чтобы препятствовать видеосъемке, потому что ну, на данный момент они себя ведут именно так. Телефон дайте. Да, даю телефон. Вы хотел телефон. Сергей, не соответствует действительности, поскольку человек находится в зале без маски. Я попросил его надеть маску, он отказался. У нас уже функцию правоохранительных органов охрана выступает. Угу. Ведет себя, конечно, вызывающе. Угу. Ладно, пойдем заниматься дальше своими делами. Наденьте, пожалуйста, маску. У вас вопросы? Алло. Я понимаю. Извините, как вас зовут? Давайте я сразу перебью, я не хочу слушать. Сергей, давайте я вам скажу так. События, когда произошло с ковидом, да, называют это баранобесие. Я маску не ношу, хожу в открытую. Все сотрудники полиции меня знают. И, скажем так, претензий ко мне по большому счету не имеют. Если сейчас кто-то приедет, мне будет составлять протокол, это их личное право, могут это делать.
Я вам еще раз говорю, принудительно я маску не одену, я принудительно укольчик не сделаю. Поэтому дайте своим, послушайте меня, Сергей, послушайте, дайте указания своим подчиненным, чтобы они вели себя в рамках законного, не превышали свои полномочия частного охранника. Есть уголовная статья, пускай ознакомится этот товарищ, который не представился и ведет себя неадекватно, применяет к силу. Если вы считаете какие-то проблемы с масками, вызывайте полицию. Вы-то что сюда лезете, охранники? Я что, грабеж совершил, да, хищение? Что, я не имею права снимать, я не имею права фиксировать правонарушения? Общественный контроль не имею права делать? Выявлять просрочку? Так а почему себя так ведет ваш коллега? Выталкивает меня. Потому что, видите ли, я веду видеозапись. Да, я веду видеозапись ради своей безопасности от таких вот охранников. Как нам разрешить ситуацию? Я при них все говорю. Как нам лучше? Позовите директора, пожалуйста. Здравствуйте, это мы вызывали. Здравствуйте. У меня будет заявление о превышении должностных полномочий вот этим сотрудникам. Прошу установить его личность. Он в отношении меня применял физическую силу. Все это зафиксировано, вызваны вот эти охранники, чтобы нас из этого магазина просто выгнать, понимаете? Мы сюда приходим регулярно, выявляем просрочку, то есть мы ведем общественную деятельность, ну, знаете, да? Вот. Они решили, так сказать, не по закону, так силой, применением силы. Соответственно, применение силы в отношении меня было зафиксировано, как мной лично, так со стороны другого человека. Соответственно, я хочу, чтобы установили личность этого гражданина. Значит, он отказался предоставить удостоверение частного охранника и применял ко мне физическую силу. Закон такой, это не я придумал. И если нет такой маркировки, если вы разговариваете нормально, я понимаю, что ты работаешь локально. Я не работаю. Говори, пожалуйста, спокойно. Если вы маркировки, то я там потерял. Затем, кто находился без маски, грубо реагировал на наши простые просьбы. Слушайте, вы на мои вежливые просьбы реагировали грубо и неадекватно. Что вы думаете? Я публикую ваши вежливые просьбы. А ваше поведение вы оскорбляли. Напишите мне заявление. А я напишу. Ну, напишите. Еще. А я выложу. Вы можете меня. Вы будете попадете на штраф 10 тысяч как минимум. За что? Если я подам суд на вас. За что я попаду штраф? При исполнении служебных своих обязанностей. Ты даже не представился. Я не представился. Вы, да. Я попросил вас. Для начала наденьте маску. Ты не попросил, ты потребовал, начал применять силу. Это неправда. Я попросил вас вежливо. Хорошо, наденьте, хорошо. Маску. Кто вы такой, чтобы просить меня, либо требовать? Послушайте, мы по договору. Я послушал. Обязанности. Вы по договору должны охранять имущество данного магазина, а не применять силу вы и подменять полномочия. Каким образом? Вы здесь создали скандальную ситуацию. Вы, я вам... так, это вы создали скандальную ситуацию. Мы здесь ведем... Заявление. Да. Мне нужно установить личность этого человека. Вы тоже будете... В данном случае я не буду писать заявление. Мне нужно установить личность этого человека. Пишите к частному охранному предприятию ПМ. Нет, конкретное физическое лицо, что это ко мне применило физическую силу. Остальные охранники себя вели адекватно. Я говорю, делают запрос в их контору, вам будут предоставлены данные, кто конкретно сюда приезжал. Нет, ну вы в любом случае установите эту личность. Мы лично не установим. Это установится, когда будет разбираться смотрите, по вашему заявлению. Смотрите, в данный момент... Вы сейчас пишите заявление. Заявление я напишу. Что приехали частное охранное предприятие ПМ. Я не знаю, кто это такие. Они не представились, я еще раз вам объясняю. Частное охранное предприятие ПМ. Будет они вам представились? По вашему заявлению. Они вам представились? Я не подходил, не спрашивал. Так давайте уточним, кто это такие? Что это за ряженые? Потому что на данный момент они ряженые. Сотрудник полиции, согласно статье 12.1, он обязан правоохранительным органам показать удостоверение, а также гражданам. Вам я ничего не делаю. 12.1. Федеральный закон. И что дальше, что я без маски? Я еще перестал быть человеком. Все человечество потеряли. Ну, пока что, на мой взгляд, это вы потеряли. Можно узнать, как его зовут? Кирилл Сергеевич. Кирилл Сергеевич. Денис, что с рыбой будем делать? Покупать? Ну, давайте сейчас мы тогда все это купим. Хорошо. Поменяем. Оденьте, пожалуйста, маску. Я маску не одену, я вам отвечаю. Почему? Не хочу. Куда в маску? Не хочу. Я принципиально и по другим соображениям маску не ношу. Если вас интересно, я могу пояснить. Но без третьих лиц, почему я это не делаю. Вы пишете заявление? Да, сейчас мы купим товар, вернем товар, деньги вам вернем на замену, да. С какой целью вы снимаете меня? У вас будет заявление лично от меня в суд, если что-то навредите. С какой целью ты меня снимаешь? Не ты, а вы. Ты что вы кто? На вы, пожалуйста, я охранник. Вы не влезайте в разговор, пожалуйста.
Я тоже мужчина, прошу. Мужчина, на вы. Мужчина, не влезайте в разговор, хорошо? Хорошо. Все. Это меня тоже занимает. Это не мой лист, это служебный. Вы находитесь на службе, понимаете, на работе. Поэтому вас и снимают. Особенно то, что вы делаете в отношении меня лично. Понимаете? Пожалуйста, мужчина. А вы меня сфотографировали в нарушение гражданского кодекса, не получив от меня письменного согласия на это. Вы находитесь без маски, фотографируйте, снимайте. Ну что, что я нахожусь без маски? Я ничего не говорю. Я имею право тоже вас сфотографировать, это служебный телефон. Вы попадете в нашу базу данных. Если что-то будет выложено в интернет, ладно, будет подача тогда в суд от наших юристов. Я увеличу количество заявлений на вас. Давайте. Понятно, вы сейчас пишете. Ребята, давайте, идите, вы все сделали, вам приятно, пожелала, все удачи. Мамаев связался, я тебя просто не устаню.